Че, пошли Все, все, ОС? все. Ок. Я понял, мы ради фотки шли, ёбан. Так, чё, куда сейчас? Вот как? ОС и ОК. Да, наверное, комплектуем. А дальше есть парень, что я этим друидом пойду ОС и ОК? Да иди. Я могу чем-нибудь помочь. Айаршамой. Или там не хватит депеса? Да главное, всем спасибо, всем удачи, я пошел. О, как раз Аршам отвалился. Дайте пати в чат писану. Насиста нет ни у кого. Так что и куда в итоге? ОС-ку и СА, десятки. Что Войт скажешь? Аршаму можно сюда? Вместо друида? Так, кто там один слот? Есть кто-то в гильдии, спросите. А ты отходил? И говорю, если я вместо друида Аршаму возьму, 192-го. Ну, у нас и так вон 3 хила, и то анализова, 2000 ТПС, не знаю. Плюс сейчас вместо Бигвара, короче, ну можно всем на хилов, на танков зайти, и мы ничего не отбьем. Я могу не знаю. Представить. Ну прист хил у тебя. У нас хилов сколько? Шершам, хэпал. И будет еще ДЦ. Хилов много не бывает. Плюс бигвинд хил. Это уже Шершам, хэпал и Ирдру. У нас уже трое хилов. У меня что друид, что ШП дает одинаковую ДПС. Короче, кем хотите, заходите. Просто я не знаю, объем, не объем. Там желающий есть какой-то десятый человек, нет? Ну, который мне еще 2К дают, тут лучше не стоит. Слава, слышишь, у меня мага этого КД. А кто этот самый? ДК или кто? У ДК не должно быть КД. Сейчас у нас получается хилы кто? Хэпал, Нершам, Бигвинтердру. Могу сову пойти, могу этим друидам, кем идти? Ты сову сделай лучше. У меня сова, ну, 2,5-3 точно дам. Ну, думаю, что дам. Не знаю, надо попробовать.
Ну ладно, я тебе ассиста там дам, кто в гильдии будет заходить, им патики, да? Угу. А можно суп побери? Вон там слез дерево, может он пойдет, кто там еще есть. Пан, может, пойдет. Да, в базе нет только. Раз. Тебя слышно? Нормально. А это мы сейчас куда? ОС.
Базука! Саня, Базука, ты? Роланда, ты? Чё? Макс, чё? Слушай, а ты помнишь, мы когда вот гильдии ушли, вот Ерошки, с нами танк был какой-то, не клипс это случайно, нет? Не-не. Блядь, а где ж этот танк, блядь? Вроде нормальный парень, мы его одевали, блядь, а я забыл, как ник у него. Именно вар был? Алло, Макс. Именно вар? Там паладин какой-то был, он потом... Я не знаю, это... вар или не вар, я точно не помню, кто был, но помню точно, танк был. Я помню, был паладин, он потом в ПВП ударился. Он что? В ПВП ударился. А-а-а. Dark Travel, во, точно. А, Dark Travel, точно. Или он, а, не, Юля говорит, он хилом был. Липса, ты тут?
Что там, помощников никаких нету? Бармалёга на батарейку зашел, у него на бармалёге КД пришёл. Да, у него на этом КД на шамане. Ну а десятый человек будет какой-то, нет? У всех остальных я поспрашивала, у всех КД, кто сейчас онлайн. И Лока нет. Можно пана спросить? Напиши ему. Тебя он послушает. Еще Макван какой-то зашел онлайн. Я этих каких-то магов на своем веку повидал. Заходят такие онлайн и нихуя в рейды не ходят. А у Паблуса? Когда? Слушай, погнали, да. Погнали тебе трэш чистить. А кто танчить будет? Давай я поехал. А в сумму? Тыкните на сумму. Задрулил вот тут? Да. А где ты? На Оло. Ну я сразу туда уже полетел, пока оформлю. Все равно, что мы не будете кого-то.
Плюс 0 делаем? Или плюс 2? Да 2, наверное. Может, кто знает навара протика, для того, чтобы надеть что-то в третий слот, типа там, где арбалет и все такое. Это получается только с инженерки? 200-й, ну, вот этот вот. Неплохая, но с инженерки. Будет портал, короче, стык. Туда надо будет зайти, моба убить, а то будет обратка урона, типа. Вот идите в портал, отвожу. Первую хоть постарайтесь заглянуть. Я понял. Thank you.
метки две совы диспелим. Что там, есть десятый? Что, мне в танка прыгать? Не, я один затанчу. Почему тебе так кажется? Просто посмотри на этих трех престов. Это три потенциальных гимнана мана.
где ты горешь на Леме? Впереди, может. Я не вижу. Приколбаса, спросите, пойдет, нет? Или у него КД? Я спрашивала, у него КД. Ну не знаю, не знаю, что тут удивить. Будем пробовать. Нет? А пан не хочет с нами пронести? Ну спросите. По 3К ДПС. Пау, давай лучше каски, я тотем на МП5 поставлю. Релог на силу, вот почему-то выключился. Ну и ники у людей. Фурик, Бибика, это ж пиздец. Бигуар, блядь, вообще пиздец. Ну Бигуар нормально. Бибика, блядь. Это у нас тут ник какой-то был у чувака, тара-та-та-та-та-та. Ну, тру-ту-ту. На, тру-ту. Это я представляю. Все вы так поназывались во время рейда. Тру-ту-ту перебери, тра-та-та-ги. Где он там? Драконий погос. Мы его спугнули, он возле камня. Ну-ну-ну. Тимбыч еще болел, блять. Видишь, у льда не собиралось нихуя. Пишет, завтра будет в строю. О, я думаю, будут бафы, да? Я пока не могу использовать эту способность. Последняя рыба. Пан решил не церемониться, сразу на босса кинуться. Вот это я понимаю, like a pro. Пока вы тут сидите. Рыбки кушаете, булки. Так, ну шо? Кто там каски дает? Папан, дайте каску. Он там что дает? Я смотрю, каска на кулак меняется. Кулак на крест. Ебать, что происходит? Я понял. Вообще изи. Интеллект там баф у кого? У магов, да? Ага. Заглушил. Не,
белые это кресты. Задрулю. Блин, что-то забыл, что он плюс 2 бить начал. Ну давайте, с Богом. Имейте в виду. Кто там в милике? Осторожно, дыхание у дракона, если клик. Типа он прям, вот дыхание. Вот. Вы отбегайте, типа, смотрите на Сардариона. Ну и Геру дайте. Смотрите, этот самый хуйня. Сардарион вертится, отбегайте. И кладка сейчас будет. Шкар ВДшник лучше. Еще пачка. Шадрона и мелочь. Милики, идите мелочь бейте. Под дракона вообще не подходите. РДДшники Шадрона. Шадрона убьете, в портал зайдете. Потом уже шпоса да. Мелочь убивайте, вот. Три приста, две совы, играйте по Шадрону. Остальные милики вон мелких бейте. Задрулю Бигвара, Бигвар хвостатого. Стоять надо к части хвоста с Артариона, чтобы дыхание не ловить. Нет Шадрона, нет Артариона, ребята. Вот когда вот так я иду, сова должна на той стороне стоять, и не вот здесь вот. Прием. Вот видишь, сдох, как нуб причем. Я резал славы. Да я видел, ты кастовал что-то. Ну, после этого я уже кастовал отходил, да. Ну, так надо случай. В той стороне находиться. Ты же видишь, тут два дыхания. Вы же видите это все. Блядь, где хвостатый? Я его найти не могу, блядь. Да забей хуй, и так вот справимся. Добейте 5000 там, блядь. Теперь идите в портал. С этим. Ну, в принципе, мне похуй, я тут и без хила постою. Задрулю, понял. Ну, ГЦ.
Так, на мне трэш зауешьте. Если бы вы видели, где дыхание, и не сдохли, то вот еще лучше. Вон, у батарейки, наверное, гимн на ману есть. Ебаш тотем, и если тотема нет, просто пусть на ману читает. А то стоишь там 2% маны. Синюю джаку повезти, блядь. Помню, блядь, на циркуле пришли сюда. Такие хули шемами, блядь. И начали босса бить, блядь. А босс ваншотает всех. Ну, типа, плюс 3, блядь. А его там до определенного хп доводишь, он начинает шотать. Такие глаза раскрыли, все. О, что делать? А его, оказывается, бить не надо, надо бить адов, блядь, которые прилетают. Потом узнавали, что в портал надо, оказывается, заходить. Я еще в Frost Resist'е танчу, охуеть. Точно не заморозит. Ну, блядь. Где нужен резист от огня, я в Frost Resist'е, блядь. Я на келе одеваю там, это, он не шотает вообще никак стрелой своей. А то я помню, Варов, блядь, шотал, сука, по 40 тысяч. Просто Frost Resist одеваешь и все. Павел, если по мане все норм, дайте по соло МП5, хотя уже. Сикай параша, блядь. Здорово. Здорово.
пояс оставлю. Здорово. Ой, посмотри, если я верхнюю шапку на нижнюю поменяю, это ж профитнее, правильно, для хила? Так. Нет. Ну, в плане хосты ты проебешь 50 хосты, считай. Вот, которая у тебя есть, такую я оставляю пока что. Вообще тебе хоста и дух нужно. Вот, с 25-ки кожаная шапка падает, 226-я, вот она тебе нужна на друида. А вот эту на сову можно типа использовать? Или тоже нахуй надо? Да, это либо ШП, либо сова, ну вот эти вот классы. ШП, сова, кто там, маг, хуй знает. Это пока Т7 нету. Око летим. А вы же в льде? Да, око. А не, он же вроде не твинк, играет этим персом. А, мейна? Да. В принципе, я могу уступить, если хочешь. Ну, мне бедро. Я тоже на мейне. У меня и... там... Чё там сока может упасть? Десятки, сейчас посмотрю. Я обычно его с острова. Нужен ДПСер. У нас так, ну, ДПСер. 2 ШП по 3К дают. Сова 3К. Не знаю, сколько бармалейки сейчас будет давать вместо батарейки. Потому что батарейка давал, блять, 5К. Забирайте человека, я спать пойду уже. Денис, так заходи на локо тогда. Все, захожу. Там можно что-то выбить к себе. Нормально, давайте пати. Там кто в этой... У камня там смените локо и все. Так вы его заинвайзите сначала? А где он? Ну что, не зашел. Я тут в игре. Не, не показывай. На локо не хочешь зайти? Локом, локом это такое. Не, локом заебись как раз. Бля, ну ладно, сейчас зайду. А ты что, решил пересесть на мейна на шамана? Да. Ну, тут Эршам есть, а вот ДПС твой шаман, я не знаю, даст, не даст. Ну, я на Энхе вчера же в десятке был. Ну, так ты был, значит, у тебя КД. Ну, я в Наксе был. А Вока не был? Нет. Тем более с бафом, со всеми этими темами, ну, на втором, на третьем месте из всей десятки, которая вчера была. ДПС. Да я хуй за мне похуй. Просто надо сумонить. Кто еще не тут? Там дробяшка просто лишь. Можно на хила одеть. Но она без МП5 не столь важна. Локу скучно. Этот парень веселее будет.
скучно будет, когда вайпаться будем. Все равно под разные рейды разные составы нужны. Согласен. Короче, всем смон кидал, хуй знает. А, 5 часов у меня КД. Ёптама. А когда я успел? ГЦ, блять, я тебе говорил, вчера ходил. Нет, заходи на локо. Заходи все. Быстрее на локо, очень быстро прям. И идите его сумоньте. Все, зашел, захожу. 5 часов, потому что через 5 часов все КД сбросятся. Ну, типа... Вот что значит локом не понравилось играть. Ты давай, ты думаешь, что ты любым персонажем нужен, только если ты умеешь им играть. Если он хорошо одет. Ну и лока тоже как бы, ну, то что с... Вот, так, ты не забывай про него, не забывай. Не, не забываю. Я им захожу периодически. Лок ССС. Что? Лок в рейде это очень хорошо, это СС, это шкаф, это, блядь, камни, это вся хуйня. Кидай патч. Слышь, Денис, Макс вообще походу забил нас на Warcraft, блядь. Да походу да. Он работает, походу, вот, и все, и такой тюру-ту. Блядь, куда я зашел? Я дам вам шанс. Присягните на верность мне, и, может быть, я не уничтожу вас, похоже, вашу Давайте, народ, побыри ход, еще надо в Ульдус бегать на первого босса. Там где-то пан. Сейчас, секунду. Есть желающие, кто в Ульду хочет на первого босса? Давай после лока пойдем. Я просто сходил. Куда-куда пойдете? Ульда, первый босс. Ага. Десятка. Угу. А, вас уже. Давай, Лока, закроем, и потом пойдем. Давай, Сань. Ну так и планировалось. Кто вот хилит два плюсика? Все, я тут. Так. Ты говоришь, давай я в друида могу спекнуться. Нет, на драконах кто хилит. А, я хуйня не умею. В смысле не умею? Нихуя себе, а кто учиться будет? Пиздец. Не прикалывайся. А как вот эти фреймы от самих драконов ХП, как видеть? Скачиваешь Вуду, и ты топ-1. А без Вуду? А без Вуду мышки хуяришь. Вообще без Вуду гайд, блять. Букву О английскую нажимаешь, вкладочку рейд нажимаешь, группа 1, группа 2 видишь, левой кнопкой мыши нажимаешь, зажимаешь на группу 1 и группу 2, вытаскиваешь на экран, на удобную тебе позицию ставишь. И когда дракон берет человека на спину, появляется вместо, где человек в панели показывался, появляется дракон, блять. Нажимаешь левой кнопкой мыши на него, хуяришь троечку, 3 стака, блядь, четверочкой разряжаешь. Вот гайд, блядь, на хила на драконов, блядь. Сука, это что так сложно сделать? Без фреймов играете, вы нихуя не видите. Ни рейд, нихуя. Что вы там видите? Рекаунт только свой или что? Или панельку 1, 2, 3 скиллы? После 4 там, наверное, нихуя не выставлю. Рейд фреймы на эксперле стоят. Там нету. Вот. Ну так значит, эксперл берешь. Если нет драконов, значит, эксперл говно ебаное. Берешь и удаляешь его. И все, и хуяришь Вуду, и ты красавчик. Или вытаскиваешь, как я говорил, этой левой кнопкой мыши, блядь, зажимаешь группа 1, группа 2 и вытаскиваешь.
В любое место. Ну, я вытащил. Ты говоришь 1-1-1-4? Поехали, хлопцы. Троечка — это хил, который по 5000 хилит на драконе. А все четверочка разряжается. Чем больше стаков, тем больше это АОЕ хилка будет. Давай, давай, я похилю. Бивар похилит на дракона с один, а кто второй? Я хуй знает, но у меня ключа нету. Кто там сролил ключ? Помогла, я сролил, открою сейчас. Лучше бы Ирландии его отдам. О, прикольно, 25-м ключом тоже можно открывать. Базука тоже страхуй, сбив вот этого коста, а то я могу не успеть. Вон, искра. Видите, где искра? Идите туда, кто туда. По правому крылу. Ебать, висксовые, слышишь? Стоя ротом. Я сдох. Гигвар, резай его. Как встанет, сразу фулбак, то ланда щиток дашь. Быстрее, ну... Блять, ребята, ну пиздец. Это ж пиздец. Ну чё? Два хила, вы что, не можете прохилить? Давай, бурмалейка резай опять. Ну чё? Искра в хвосте. По правому крылу еще одна искра. Еще раз, два плюсика, кто на драконах хилит. И второй. Я бегу. Искра, искра летит. Добейте. Да, блядь. А ёбаный рот, бля. Да нет, говно, ебать, ложитесь на пизду. Ебать, что за хуйня, блядь. Просто портнул, дыханием сбрил. Нормально. Дыханием сбрило, потому что искру он сожрал. Никто искру не бил. РДД, вы же смотрите, что ДК летает. Я не могу притянуть, потому что я в вихре. Давай, я буду искры убивать. Так, фишка в том, что я был под позу, но убило меня дыхание. Ну, как бы, причем как искра. Сильнее бьет намного, когда искра на нем. Он и сел. А меня бы и без искры убило. Ну чё, поехали. Эр, чё, есть там? Стартовать? Все готовы.
Где там искра, да? Искра перед лицом меня в воздух подняла. На хвосте. Я заберу. Заберем, да? Да. Сейчас клип закончится. Смотри, от хвост не попади там. Не бьет. И еще где-то искра летит. Смотрите, тоже увидите, где она. Еще где-то летит. Смотрите, на босса будет лететь. Справа крова. Я в воздухе сейчас сдохну. Шамана хитти. Вон она к боссу летит. Это было лишним гриппать от него. Я на землю ее притянул. Радиус под него. Очень большой у босса, когда он поглощает. Ну, под него я от босса отбежал и грипнул. Я же не дурачок. Еще дальше надо. Радиус очень большой, когда он поглощает ее. Просто когда я просто пока я летал в воздухе и приземлился, успел еще хоть что-то добежать. Ладно. Поверни немного право дракона. Этот БР есть? РДД станут слакать, как бы больше эффективности будет. Можешь отвернуть дракона? БР есть там, нет? У меня есть там. Сейчас я БР, ну бигвин. Да, не, мне не надо, мне откат. Да хуй знает, может не стоит нам око бить. Что-то, блять, как-то. Бармалейка, да. Впереди искра. Нет, давай его тоже в хилан сбить. РДД, да не надо тут хил. Вы все сейчас в воздухе летали, в чем проблема была? Вы что, ни скру не видите? Впереди искра. Я вижу, я летал. Сдул всех. Я три раза, блядь, пролетался за этот бой. Да потому что не бьется этот босс и в минус 2, блядь. Надо сделать так, чтобы не умирать как-то. Надо что-то по-другому делать. Надо просто РДДшником раздупляться и начинать чекать искру. Не одному, двум, а всем. Фасик. Создание, вторгшись сюда, как жаль, что вас
Запускай. По левому крылу. Я в воздухе. Тоже. Крылся, крылся. Быстрее убивайте, из крушева она упала, а то ее босс сожрет. Денис, ты встань вон в лужу, она на 50% урона отдает. С хвоста появляется. Вон Бармалейка, хэпал и на ебани. Бигвин тершами ебани. Смотрите самостоятельно с сценарами, раздупляйтесь. Смотрите, сколько маны. Следующее с лица. Я в воздухе. С левого крыла сзади. Никого нет здесь. Повесь его. Заморозку. Успели. Да не хей, лишь 5 человек упали. Дыхание было, что ли?
слева. С головой повернуто сейчас к метке. Носа появилась. Разбивайте его быстро. Хвоста еще одна появилась. Я в воздухе. На ту сторону бегите, разбейте ее. Где голова? Босс улетит, пиздец. Корнера. Хорошо. Хвоста. На следующей метке можем Геру дать и перевести, по идее. Ну, он налетит. С дыханием надо сбить. И пошли. Разбивайте ее. Еще секунд 10. Ну нахуя корни, блять? Она ж долететь должна до края. Вы чё, блядь? Давайте уже. Она долетела. Хуярьте. Вот, блядь, пидор взлетел. Ай, вообще неудачное говно получилось. Еще это летит. Захиливает. Да то уже похуй. 1% переводите быстро. Ну и уже. Ну, все кончилось. Я почти это успел разбить, последнее, которое было. Почти долетело. Не забывайте, в кругах стоят. На первом дыхании, короче, Биг Вин с Бармалейкой прочитайте спокойствие. Готовьтесь. Читайте. Захиливайте быстрее на пол. Ну давай, давай, цепухи, цепухи, пошли. Пол хп нету у рейда.
На втором дыхании большой перебегаете круг. Ебать, Бурмалёвка смеется. Сейчас, Орландо, приготовься, на себя щиток дай. Им на ХП. Приготовься. Читай. Сейчас, сейчас будет лучше. Смотрите сами за этим, за шаром, квадратик поставил, не знаю, буду успеть откатать. Вот и ваши благодетели появились, но слишком поздно. Силы здесь. Хватит, чтобы разрушить этот мир 10 раз подряд. А что вы думаете, они сделают с вами? Читать это заклинание. Недостаточно энергии. Вы что-то говорить-то можете там, говорите что-то? А то я сплю, блядь. Я, блядь, не пойму, как мне щит въебать инфу включить, это вообще проблема. Чё включить? Щит, щит, щит! Мышкой. Не, стаки на мне не накапливаются, на игроке накапливаются от хила. Сука, так они и должны накапливаться. А от его стаков мне щит включится? Да. Прилетели. Прилетели. Не успела, чуть стаков не хватило. Ну стойте, не лутайте ничего. У кого квесты там? У меня квест. Один только квест? Два. Кто второй? Я понял. Ну, на иду заебись играем. Должны были быть остановлены. Вот и не распределяем. Я буду оплакивать его. Когда-то он был заступником, защитником. Сегодня... Макс, давай вместе сердце лутанем, кому еще там надо. Оно исчезнет скоро, готовьтесь. О, это. Возьмут на себя бремя заживления. Отойдите от него, пожалуйста. Отлетите все. Кто лишний там. И по сердцу кладет, ничего не происходит. Ну так ты, чтобы желтенькая шестеренка стала нужна. Ну, конечно, ничего не происходит. Значит, квеста нет у тебя. Ты брал квесты хоть драконьим по гости? Да, конечно, брал. У меня ключ есть, я же запускаю как-то эту хуйню.
Не знаю. А ты у него следующий квест взял? Он тебе мог просто ключ дать, потом он дает еще квест. Ничего. Ну не взял, ничего. Это кто хочет ульту десятку на первого босса лететь?